мы продолжаем вас знакомить с интересными продуктами и интересными компаниями. Здравствуйте, давайте представляться. Здравствуйте, меня зовут Тимофей Зафранский. Я соучредитель и директор компании из Беларуси, которая производит веганские продукты питания, торговая марка Believe It. Расскажите, пожалуйста, про вашу линейку. На сегодняшний день в линейке представлено 8 SKU продукции в замороженном, в охлажденном виде. Бургеры со вкусом цыпленка, фарши, колбаски, пельмени. Также для России вы можете нашу встретить продукцию. Торговая марка Green Idea, тоже производим альтернативное мясо. Расскажите, ваша цель прибытия на нашу выставку? Ищем деньги, как все, хотим расширяться, думаем про расширение, очень много работаем над этим вопросом, поэтому это очень крутая платформа, где можно легко просто выступить и посмотреть, что из этого получится. ЗОЖ-повестка стоит очень остро, и все больше появляется альтернативных продуктов, мясных, молочных и так далее. И я так понимаю, вы сейчас очень в тренде, и надеюсь, что качество ваших продуктов заинтересует инвесторов, и простые московские покупатели могут в ближайшем магазине скоро увидеть продукты из Беларуси. Простые московские покупатели? Простые, бедные московские покупатели, захаживающие в Азбуку Вкуса, с удовольствием вас выберут ваш продукт. В Азбуке Вкуса, кстати, мы уже представлены, поэтому приглашаем всех простых московских покупателей приобрести продукцию Green Idea, либо Believe It. Да, мы тоже, спасибо вам большое, мы очень надеемся, что мы в тренде, что мы не опаздываем, что мы качественные, крутые, будем только улучшаться. Спасибо вообще большое организаторам, вам за эту прекрасную возможность. Спасибо и надеюсь до встречи в следующем году, где вы будете делиться своими победами по расширению. Безусловно, спасибо.